Ты музыкант, и неважно, чем ты занимаешься, пишешь биты, сводишь треки или просто сам записываешь треки, может, просто играешь на каком-нибудь инструменте, в любом случае, ты тот человек, который решил связать свою жизнь с музыкой. И как любому человеку, который занимается музыкой, тебе очень хочется иметь свою домашнюю студию, ну, хотя бы какую-нибудь минимальную. Но если ты на каком-нибудь начальном этапе, даже если на среднем, то банально непонятно, какое оборудование выбрать, что для этого нужно, какое оборудование нужно брать в самом начале, в чем есть необходимость, где найти неплохое оборудование по довольно приемлемым ценам, чтобы это было не прям потолок-потолок, но при этом имело хорошее качество. Сегодня мы с тобой рассмотрим три этапа оборудования. Это для начинающих, для ребят, которые уже занимаются довольно продолжительное время, а также для ребят, которые, ну, прям капец очень долго этим занимаются, которые уже даже зарабатывают, возможно, с этого дела и могут себе позволить реально хорошее, дорогое, качественное оборудование. От души влепи лайк и погнали разбираться со всеми этими вопросами. Самое главное и первое, чтобы я на твоем месте купил, это сердце домашней студии, конечно же, та машина, на которой мы будем работать. В моем случае это ноутбук, ты можешь себе присмотреть какой-нибудь компьютер. На данный момент довольно проверенная машина и та, на которой сейчас сижу я, это игровой ноутбук Acer Nitro 5, на Core i5 11 поколения, 6-ядерный, 8 гигабайт DDR4, 512 SSD, GeForce 3050 Ti, 4 гигабайтная. У многих, скорее всего, довольно спорное мнение по поводу этого ноутбука, но честно скажу, я не жалуюсь. Для тех задач, которые мне нужны, его хватает, ну, пока что вот так с головой. А я хочу напомнить то, что я на этом ноутбуке снимаю видосы, монтирую видосы, стримлю для вас. Также я записываю треки. Я здесь свожу и мастерю треки. Поэтому для конкретно таких задач его более чем хватает. Понятное дело то, что когда-нибудь в будущем я перейду на более жесткую машину, когда, например, ну, допустим, мне не будет хватать процессора, либо мне не будет хватать видюхи. Тем более для того, чтобы поиграть, этот ноут тоже довольно хорош. Я играл и в Человека-паука ремастерит на нем, играл и в Майлза Морали. Картинка была четкая, FPS стабильный, мне ничего не мешало играть в эти игры. Сейчас все, к сожалению, нет в наличии, например, я смотрю на CityLink, но брал я ноут за 75 тысяч на тот момент. Конечно же, чуваки, у нас существует Авито, где то, что я вам буду сегодня показывать, стоит, ну, раз в два дешевле. У нас существуют разные другие маркеты, где, допустим, тоже может быть оборудование, которое я сегодня покажу, ну, хотя бы на несколько тысяч точно дешевле, как, например, тот же самый Озон, либо Wildberries. Покупка нового оборудования — это всегда очень круто. Круто и приятно. Но согласись, что никакое оборудование не может быть круче твоей скиллухи. Очень важно то, как ты пишешь свою музыку и как ты ее в дальнейшем продвигаешь. Ведь если задать себе банальный вопрос, как эти все музыканты становятся популярными, то ответ будет тоже банальный. Они просто вкидываются в рекламу. И к счастью, у меня есть знакомые из Lightchart, которые могут тебе в этом помочь. Они спокойно вот так вот могут вывести твои треки в топ-чарты. Сделают это максимально дешево и максимально качественно. Также они уже очень давно работают с крупными артистами, лейблами и также радио. Поэтому это еще больше повышает буст к их доверию. А теперь смотри на вот эти вот отзывы, на эти картиночки и просто офигевай с цифр ребят, которые закупали рекламу у Lightchart. Ну и конечно же для моих близких, которые смотрят это видео, существует персональная скидка по промокоду, который ты сейчас видишь на своем экране. Этот промокод дает тебе 15% скидку, но действует только до 25 числа включительно. Поэтому успей взять себе топовое продвижение прямо сейчас. Для любителей Apple можно присмотреть вот такой MacBook Air M1 на 256 гигабайт памяти. Тоже довольно неплохой, если вы конкретно собираетесь писать биты, сводить треки, записывать треки и все в этом роде. Либо вы можете собрать свой собственный компьютер, как это сделал, например, я вот буквально недавно, и в итоге у меня получился комп на 85 тысяч рублей. Если вам интересны комплектующие, то вот они, можете ставить на паузу, либо скринить, как вам удобно. Либо можете перейти в мой телеграм-канал, туда я закину абсолютно все ссылки, которые используются в этом ролике. Как вы видите, здесь i5 12 поколения, довольно мощная видюха 3060, то есть в целом комп получился за свои деньги реально жесткий. Тем более, это с учетом того, что в комплекте, во-первых, идет корпус за 3500, а во-вторых, еще монитор вдобавок за 14 тысяч рублей. Следующее, что бы я прикупил для написания первых битов, для их сведения, это, конечно же, наушники. Еще довольно давно, целых 3 года назад, представьте, моими первыми наушниками были вот такие Sennheiser HD200. На тот момент я их брал за 1700 рублей, сейчас они, конечно, подорожали, но у нас существуют такие маркетплейсы, как, например, Озон, и здесь, допустим, те же самые наушники будут стоить 1500 рублей. Честно, не бойтесь заказывать аппаратуру с вот таких сайтов. Самое главное — это чекать производителя, чекать отзывы, а дальше уже вам самим решать, брать или не брать. Я, например, лично вот эти наушники, к которым мы дойдем, брал с Озона, и они мне служат верой и правдой уже больше года, наверное, и я вообще не жалуюсь. А вот как раз-таки они — это мои вторые наушники.
наушники после Sennheiser'ов, аудиотехника M40X, просто красотища лютейшая, это реально те наушники, с которых я не хочу не слазить больше ни на какие. Реально, я ими полностью доволен, это очень крутые наушники за свои деньги, и отрабатывают они просто на ура. Единственное, конечно, если к вам будут приходить записываться, то они такие немножко, как бы, крутятся, не особо такие удобные. То есть, как бы, человек, который впервые их увидит, ну, он вообще охренеет, как это вообще, что это такое, что это за трансформер и как с этим вообще реально обращаться. Сейчас они стоят 15-300, я на тот момент их брал где-то за 7, ну максимум за 8000. Можно найти, конечно же, и дешевле. Например, у меня есть знакомый, который взял такие же наушники с Авито за 6 или за 5000 рублей. И сейчас тоже с ними гоняет и вообще никаких проблем. Ну, либо, как обычно, прибегаем к нашему любимому Озону, и здесь те же самые наушники можно найти за 9000 рублей. Еще немножко скажу по поводу наушников, что существует два типа ушей, это открытого и закрытого типа. Открытого типа наушники работают так, что когда вы в них сидите и слушаете музыку, вы параллельно можете слышать, что происходит вокруг вас. Такие наушники очень хороши при написании битов, а также при сведении треков. Наушники закрытого типа отличаются тем, что вы конкретно полностью погружаетесь в то, что слышите в ушах. А также из ваших ушей не будет вылетать то, что в них проигрывается. И такие наушники отлично подойдут для того, чтобы записывать в них какой-нибудь жесткий реп. Это конкретно наушники закрытого типа. В них сводить, честно, тяжело, потому что очень болит голова, долго в них не посидишь, но при этом я понимал, что если я возьму наушники открытого типа, мне в любом случае потом придется брать наушники закрытого типа, чтобы в них записываться. И, блин, я так поразмышлял и подумал, что почему мне не взять закрытого типа, чтобы в будущем я мог и записываться, и сводить, и писать биты. И обязательно, когда смотрите какие-то наушники, либо микрофоны, прочекайте их ОЧХ, то есть частотную аналитику. То есть здесь мы можем, например, видеть, что происходит с этими наушниками. В каких частотах у них провал, в каких частотах, наоборот, больше элементов. По поводу наушников, конечно же, я не могу не отметить легендарные Beyer Dynamic DT990, либо DT770. Мне они, честно, не особо нравятся. Во-первых, из-за амбушюр, которые очень жестко пачкаются. Прям у всех ребят, с которыми я общался, у кого есть эти наушники, они все говорят, что через какое-то время амбушюры превращаются просто в какую-то болотную тину. Но это вообще реально жесть. Стоят такие уши сейчас 17 тысяч, хотя бывает и больше. Но тут уже как бы смотрите сами, какие вам больше подойдут, и также опирайтесь на цену. Наушники на 600 Ом, это, кстати, прям слишком дофига. Нужна какая-то жесткая карточка, чтобы их раскачать. Поэтому я советую брать на 80 Ом те же самые 990. И как раз-таки к раскачке для наушников. Второе, что бы я взял, это звуковая карта для нашей домашней студии. Самая первая карточка, которая у меня была, это Behringer UMC 204 HD. Есть более младшая 202 HD. Сейчас, кстати, 204 стоит 14 тысяч рублей, но вот честно скажу, буквально неделю назад глядел, она стоила десятку. Так что цены могут то падать, то подниматься, поэтому здесь нужно чисто мониторить. Довольно неплохая карточка, я с ней гоняю уже целых 2 года, и меня, в принципе, все устраивает, если честно. То есть, по сути, в ней есть абсолютно все то, что мне нужно. Я показываю тот минимум, с которого реально можно начать. Есть более дешевые карточки от других производителей, но честно, с ними намного больше гемора, чем с вот этими вот. Я, например, придерживаюсь такой политики, что лучше накопить немного денег и взять карточку минимального уровня, допустим, вот Behringer, но при этом, чтобы она хорошо себя показывала и не было каких-то траблов. Допустим, у самой младшей версии Behringer, вот она, Euphoria UM2, очень жесткие траблы с драйверами. Есть еще одна, это UMC22, в ней тоже прям вообще полный гемор с драйверами. Ну а, например, если сравнивать ту же Behringer за 14 тысяч и еще одну карточку, это Focusrite за 16400, тут уже я бы, честно, еще бы поднакопил, еще бы добавил там буквально 3000 и уже купил бы ее. Это Focusrite Scarlett Solo 3-го поколения, тоже очень крутая карточка. Она у меня была, но она у меня сгорела. Но не пугайтесь, это прям вообще шанс 1 на миллион. Ну просто я такой невезучий, что черт возьми, конкретно именно мне не повезло и она сгорела. У огромного количества моих знакомых существует эта карточка, это просто легенда, которая, ну я не знаю, мечтает быть у каждого битмейкера, и ни у кого с ней никаких проблем нет. Также, если у вас есть бюджет побольше, чем те же самые 20 тысяч рублей, вы можете обратить свое внимание на Steinberg UR22C. Офигенная карточка. Такая карточка сейчас у Рома Потейтоса, и я у него расспрашивал очень много про эту карточку. В принципе, он не жалуется, никаких проблем нету. Вот сейчас, на данный момент, это та карта, на которую я хочу перейти вот со своей Behringer. Ну и если вы прям мажор-мажор и занимаетесь огромное количество времени музыкой, то я вам могу предложить только Universal Audio, это Apollo Twin MK2. 137 тысяч, да?
да, это вообще не для нас, это слишком жестко, но, блин, она реально очень и очень крутая. И, по сути, на этом можно остановиться. Вот этого сетапа будет более чем достаточно для человека, который занимается битами. Уже имея эту базу, реально можно писать крутую музыку и просто кайфовать. Конечно, дальше, если вы уже надумаете идти в исполнители, то вам нужен будет микрофон. Для этого мы как раз-таки и брали наушники закрытого типа, чтобы в будущем можно было прикупить какой-нибудь микрич. Микрофон, который сейчас находится у меня... Это база прям базейшая, AKG P120. Мне кажется, это прям такой минимальный вариант, с которого нужно начинать. Сейчас он стоит 20 тысяч рублей, честно, честно вам скажу. 20 тысяч он не стоит 100%. Я его брал в свое время, пацаны, чтобы вам не соврать, наверное, 1000 за 6 с официального магазина. Я не знаю, почему здесь такая цена, но все-таки можно найти намного дешевле. Если опять же зайти на тот же самый Авито, поискать на маркетплейсах, либо найти какие-то другие магазины, где они более дешевые. Так что обязательно смотрите. Смотрите, чтобы цена была не выше 10 тысяч рублей. Но все равно, как бы даже за десяточку, этот микрофон реально достойный. Ну, как бы качество голоса вы сами слышите, это без каких-либо обработок. На треках он вообще хорошо себя показывает, поэтому смело берите, если хотите с чего-то начать писать свои треки. Кстати, отдельно по поводу микрофонов, кто вдруг не в курсе, у меня вообще-то есть свой Boosty канал. И у меня здесь есть одна очень крутая цель. Как только на Boosty наберется 100 платных подписчиков, начиная от подписки Броски, 250 рублей, то я разыграю вот этот вот свой микрофончик. Почему начиная именно от второй подписки, а не от первой, допустим? Потому что я хочу, чтобы вы не только участвовали в конкурсе, но при этом и смогли получить разные плюшки. Поэтому, кому это интересно, переходите по ссылочке в описании на мой Boosty, подписывайтесь, и как только будет 100 подписчиков, я обязательно разыграю этот микрофончик среди вас. Также вы можете присмотреть более дешевый, но более агрессивный вариант. Это микрофон SE Electronics X1A. Он прям такой стилевый. Я слушал, как он звучит, я сравнивал с P120, и у этого, ну, реально, как бы, качество получше будет. А такой микрофон вообще иногда продается вот в таком комплекте, сразу же идет и, во-первых, вот такой поп-фильтр, сразу тебе предоставляется провод, чтобы втыкать в звуковую карту, и также тебе предоставляется вот такой акустический экран. Все это добро стоит 30 тысяч рублей, да, дороговато, но на Авито можно найти дешевле. Недавно мой знакомый лазил по Авито и взял себе вот этот набор за 16 тысяч рублей. И сейчас пользуется, вообще кайфы ловит, не жалуются, все очень круто работает. И поэтому не нужно себе придумывать эти отговорки, то что, блин, слишком дорого, ай ну его нафиг, лучше возьму какую-нибудь хрень за 1000 рублей, не хочу копить, не хочу ждать, все дела, бла-бла-бла. Музыка — это тот вид деятельности, в который тебе нужно будет вкладываться в любом случае. Так зачем тогда покупать изначально какой-то дешмаш, чтобы он у тебя потом просто валялся, чтобы тебе потом в любом случае нужно было переходить на какое-то вот такое начальное оборудование, или чтобы потом, не дай бог, у тебя вообще что-то отвалилось, ты остался без денег в кармане. Вы можете копить, например, ну, допустим, со школьных обедов. Вы можете пойти на работу, как это делал я в свое время. Я всегда старался вкладываться в качество картинки, качество звука, качество освещения. Я не жалел своих денег. Потому что если ты музыке не отдаешь всего себя и все, что у тебя есть, то она просто вместо тебя примет кого-то другого, кто может ей это дать. Ну и насчет микрофонов. Если ты прям опять-таки вообще какой-то жесткий чел, у которого большое количество денег, то присмотри себе Neumann TLM-102. Это прям уже вообще легендарная вещь. Это тот микрофон, который подарит тебе просто охренительно кристальное качество твоего голоса. Ну, кстати, на самом деле, за то качество, которое предоставляет этот аппарат, 80 тысяч рублей, честно, это не очень дорого. Ну и, конечно же, я уже не говорю о том, что к микрофону придется докупать поп-фильтр какой-нибудь. Нужно прикупать какое-то крепление, в моем случае это вот такой вот паук. Ну и вот такая вот темка, стойка для него, типа как кронштейн тоже. Понятное дело, что для того, чтобы записывать хорошие треки, тебе нужна подготовленная комната. Какая-нибудь, например, довольно плотная, застроенная какой-то мебелью, прям прямой такой. Либо можно брать какие-то панели, можно брать вот такие штуки. Конечно, я не прям советую, но все-таки, если, ну, вообще ни на что не хватает, то это будет хоть какой-то вариант. Но в случае с микрофоном это не так критично, как может быть у студийных мониторов. И студийные мониторы — это прям последняя вещь, которую я тебе буду советовать покупать. Тут прям, ну, капец, если, ну, уже нечего просто покупать, тогда бери студийные мониторы, реально. Например, можешь взять какие-нибудь вот JBL 305 MK2, это тоже прям база базейшая, но сейчас они стоят 16 тысяч рублей, это за одну колонку. Раньше, допустим, где-то год-полтора назад, 16 тысяч рублей стоили две колонки. Если у тебя еще больше бюджет, там, допустим, 150 тысяч рублей, ты можешь себе, конечно же, присмотреть вот такие вот Yamaha HS8, одна штука стоит 62 тысячи рублей. И опять же, вернемся к тому, что для студийных мониторов тебе нужно прям огромное количество всего. Это какие-то подставки, это подставки под сами мониторы какие-то.
какие-то акустические. Это уже именно подготовленная комната, правильное расположение мониторов. Ко всему этому нужно уже относиться более ответственно. Но опять же, блин, я тебе не рекомендую тратить огромное количество денег на студийные мониторы. По крайней мере, на начале своего пути, даже на середине. Я опять же могу быть не прав, если вдруг я не прав и вы считаете по-другому, то обязательно напишите об этом в комментарии. Если это видео было тебе полезно, то обязательно ставь лайк, подписывайся на этот канал, обязательно пиши, какое оборудование сейчас находится у тебя, на какое, возможно, будешь переходить, пиши, сколько занимаешься музыкой, мне правда очень интересно узнать вас поближе. Все нафиг.